Всем еще раз доброго дня, дорогие друзья. Мы возвращаемся в прямой эфир. Lions Secret вступает в бой на второй полуфинал верхней сетки. Две европейские команды столкнулись друг с другом, дабы определиться, кто из них отправится в финал Виноров играть с коллективом OG, а кто уже спустится в лузера и там будет свое шествие по турниру продолжать. Друзья, в эфире студия Рухаб. Сегодня в лице комментаторов Адеквата и Морталис. Дим, еще раз добрый день. Что скажешь по этому матчу? Добрый день, друзья. Я думаю, что у нас есть опять явный фаворит, но в этот раз он еще более явный, чем в прошлой серии, потому что Secret на данном этапе выглядит как команда просто убийца всего остального, по крайней мере в Европе. Это просто машина по фарму титулов, они выигрывают все подряд. В последний раз они серию проигрывали уже очень давно, там стрик сумасшедший, по-моему. 13 матчей, вот. То есть это безумная какая-то череда побед, и сейчас Secret такое чувство, что могут выигрывать кого угодно и, самое главное, чем угодно. Показательной была вчера встреча, например, против команды NIP. Это последний матч группового этапа, где ребята взяли себе в первой карте, вот, пожалуй, первая карта была такой очень необычной. Они взяли себе саппортов Вивера и Снайпера и медовую Мирану. Кто сейчас в мире так пикнет? Вот кто? Так нет вот такой же команды. Только OG. И то, там хоть как-то похоже иногда на мету. А Secret могут пикнуть абсолютно что-то непонятное и все равно выиграть этим на чистом скилле. Просто потому, что они сейчас одни из лучших в мире. Все так, друзья. И вот тот винстрик, который мы сейчас обсуждаем, в 13 матчей. Но при этом среди этих 13 матчей была проиграна одна карта. Догадайтесь, кому? Я думаю, вы поняли, о ком речь. Команда Alliance эту карту смогли отжать совсем недавно. 16 мая была сыграна эта игра, 5 дней назад на благотворительном турнире. Там Secret одолели команду Alliance со счетом 2-1. И одну карту Alliance смогли все-таки забрать в серии. Там у Secret не получилось сыграть с Медузой. Вот такая вот любопытная информация. Ну, а, собственно, винстрик начался после поражения от коллектива Liquid с счетом 1-2. Так что этой команде тоже уступали разочек ребята из Secret. В общем, побеждать Secret можно, но очень и очень сложно, друзья. И дабы подтвердить это, я обращусь к нашему партнеру паре матч. Посмотрим на коэффициенты, на этот матч, на эту карту. Это на матч, друзья, коэффициент 1.15 на победу Secret. На команду Alliance коэффициент 5, что они смогут одолеть в двух картах из трех возможных. Коллектив Secret. Ну а что касается отдельно взятой карты, до вот драфтов пока они не были совершены. 1.25 на коллектив Secret, 3.75 на победу команды Alliance. Ну я думаю, что в первой, что в второй карте примерно такие коэффициенты и будут у нас. В общем, Alliance шансов немного на победу, но им нужно очень-очень сильно постараться. ФНГ здесь, из фона капитанском слоте. В общем, погнали, Secret и полным составом. Также посмотрим, кто у нас окажется впереди. Альянс очень неплохо провели групповой этап. Они второе место заняли, при этом оставили позади наши СНГ команды, к сожалению. И в некоторых моментах казалось, что могут наши коллективы цепляться за игры против Alliance. Были там проблески, но вот где-то немного не хватало. Flight to Moon, например, по 40 минут играли каждую карту. Ну, то есть ни в одну калитку альянсовые победы добывали. И они проиграли аж 4 карты. Достаточно много. Так что Альянс здесь будет крайне тяжело. А Secret... Я от Secret на самом деле жду, может быть, какого-то не самого серьезного отношения именно с точки зрения драфтов. Вот опять они могут себе попробовать набрать чего-то интересного, необычного, чтобы удивить оппонента. Альянс как собираются в мету играть против Secret, я не представляю. Возможно, тоже придется удивлять. Пока это Shadow Demon Axe, SFO на Axe достаточно много в последнее время играет. Shadow Demon просто сильный саппорт сейчас в патче. Secret по первым двум пикам не сказать, что собираются играть несерьезно. Да, два метовых крутых персонажа. Чен плюс Шейкер. Основа для пика очень хорошая, не показывает своих кор-героев. Скоро будут раскрывать попозже. Ну вот Акс взяли, Лайнс демонстрирует нам то, что они собираются доминировать как минимум на сложной линии. Плюс опять-таки есть возможность для хорошей начала драки. Для хорошего начала драки за счет Акса и его блинка раннего, допустим. Вариант интересный. Игра должна быть живой за счет Акса. Как минимум от команды Лайнс. В банах у нас Monkey King. Ну тот герой, который мог появиться от команды Secret. Они им играют. Как ты уже правильно подметил, они играют абсолютно всем. Ну в том числе и Monkey King на легкой линии против Акса бы здорово стоял. Поэтому решили от этого героя избавиться, Alliance.
Секреты убирают Бэтрайдера, открывают вторую стадию пиков и берут просто Тимбера. Героя, который будет этого Акса перерезать, героя, который Акса не боится. Тимбер, значит, самый такой часто забаненный герой в патче. Его у нас в СНГ, например, частенько игнорируют. Даже если его не банят, его почему-то мало кто берет. Но про него ни в коем случае нельзя забывать. Это герой, против которого неприятно играть. Если он на линии получает хороший старт, то затем он сильно разгоняется и остается актуальным очень долгое время. И против него придется брать каких-то кастеров. Shadow Demon уже неплох против Тимбера. Но нужен кто-то еще. Нужно закрепить. Нужно вспомнить про героев по типу Queen of Pain, но она уже в бане. Я бы в первую очередь подумал о персонаже, который купит Vessel в этой карте. Потому что там Чен, там Тимбер. Да. Эмбер Спирит забанен, как, наверное, самый такой яркий пример того, где можно собирать урну. Вот я задумываюсь по поводу Мирана. Мирана стрелой убивает одного из крипов Чена, всегда удобно. Плюс герой, который потенциально может купить урну и Vessel. Герой, который хорошо сочетается с Shadow Demon под Disruption. Появляется Witch Doctor. Witch Doctor. То есть Shadow Demon у нас будет четверкой, а Witch Doctor нужен, чтобы через Maledict пробивать от этих вот толстых героев. Интересная идея, но Мирана мне как-то вот нравилась побольше. Окей, пусть будет Witch Doctor, пик четвертый для команды Secret. Пока мы не видим первую и вторую позицию от этой команды. Осталось 10 секунд. Что там у нас против Акса? Witch Doctor выглядит неплохо. С одной стороны, ну ты правильно сказал про Maledict. С другой стороны, это ведь все выхиливается, и без Vessel по-прежнему нельзя. Еще и ВК появляется. Опять же нужен Vessel. Может, инвокер какой-то появится? Через торнадо ЕМП, выжигать ману. Да, кстати, интересная идея. Квас-вексовский инвокер. Но вот проблема в том, что ты мидера не видишь. И не увидишь до пика инвокера. А может появиться какая-то темпларка, которая пойдет в центр и развалит просто мид. Закрывающий пику команды Secret. Я на это намекаю. Слушай, ну пока у Секретов 3 милишника, да? По моим грубым подсчетам. Акс уже вроде как неплох. Maledict, каски тоже хорошо смотрятся. Shadow Demon против этого пика более-менее. Что еще можно добрать? Как тебе тут, допустим, какой-нибудь некрофос? А, темпларку сами забрали. Ну что, идейно. Правда, опять же, закрывающий будет у Секрет, и Пупе сейчас придумает какого-то героя, который темпларку в центре накроет. Таких героев много. Может быть, они не все самые популярные. Осталось 5 секунд. Но здесь не обязательно брать именно какого-то дополнительного кора, потому что есть уже Рейс Кинг. Просто герой, который в мидгейме будет помогать Тимберу создавать пространство. Ниша на все может. Ну, элементарно даже какой-то пак, да, вот появится в центр, допустим. Против темпларки, ну, он, понятно, темпларки ничего не сделает, темпларка будет спокойно фармить, но просто по игре пака ловить вообще нечем. Кола Макса ты пака в жизни никогда не поймаешь, если только пак сильно будет ошибаться. Каски, ерунда, все, темпларка никак не контрит, то есть у пака такая фри-игра. В этой связи можно посмотреть на Шторм Спирит. Опять же, тоже против темпларки может быть линия невеселая, зато сам персонаж по себе летает, добирается до сзади стоящих Witch Doctor, Shadow Demon, быстро их вырубает. То есть по игре Шторм Спирит, вот, Шторм Спирит пак мне прямо хорошо нравится. Но на линии, опять же, это не герои против темпларки, скорее всего. Там можно и про Вайпера вспомнить какого-нибудь, который потенциально еще и закроет кэрри с пассивками. Секрет убирают Морфа. Ниша вчера, конечно, на Морфе показал класс. Не так часто он в последнее время на нем играет, но когда играет, это выглядит страшно для соперника. Они подумали, что Морфлинг пойдет, да, в кэрри для команды Alliance. Что Ника Бэйби на нем исполнит.
Хорошо, минус морфинг. Кири действительно не хватает Alliance. Что-то, чтобы стояло, ну, судя по всему, с Вич-доктором. Банит Рейзера, как, опять-таки, возможного героя в центр против Темпларки. Вот, и убирают того персонажа, который мог бы быть максимально неприятен этому герою в миде. А может, герокоптер какой? Для Alliance? Для Alliance, да. Что? Магия есть, Тимбера есть, чем пробивать. Крипами Чена тоже там косвенно разбирается. Интересная идея. Мне нравится. Рейнджевик, в конце концов. До него добежать нужно там уже ВК. Пространство ему Акс и Темпларка попробуют обеспечить. Никобэби играет на Кира. Но все-таки Некрофост. Это тот вариант, да, который я рассматривал. Но этот персонаж, который просто очень хорошо выдерживает атаку со стороны команды Secret. Плюс, вот, когда ты понимаешь, что против тебя герой, который бесконечно хилится, раз у вас нет варианта там с каким-то Весселом, то просто с пол хп даешь косу в Тимбера, допустим, убиваешь его. Ну, как и танк одновременно. Не, ну это неплохой персонаж тут. Неплохой. Ну, это Шторм Спирит, который я предполагал для команды Secret, он по игре здесь хороший. Ну, в целом, по драфтам-то примерно понятно, чего хотят получить и тот, и другой коллектив. Ну, что получится, вот конкретно по линиям, Лимп, а вот Лимп куда на Темпларке? Ну, скорее всего, в центр все-таки, да, против ниши пойдет, против Шторм Спирита. Да, конечно. У Темпларки должно быть все окей, Шторм Спирит, понятное дело, там с леса тоже более-менее свое будет получать. У Темпларки должно быть чуть побольше, то есть здесь в центральном коридоре я предпочтение отдам Alliance. На крайних линиях там у нас Shadow Demon плюс Axe против Race King'а и Чена. Там у Race King'а должен быть фарм хороший. Не думаю, что Акс может помешать. Акс там, скорее всего, где-то за вышкой будет бегать, крипов собирать. Рейскинг будет на фрифарме. Ну, а Тимбершейкер против Некрофоса и Вичдоктора. Ну, тут Некрофос должен чувствовать себя прям вообще замечательно на этой линии. Тимберу будет трудно. Хоть у него тоже пассивка, но у Некрофоса такая пассивка, которая лишает регениться, мешает регениться Тимберу. Вот, ну, в целом, у Alliance неплохой драфт. Вот, но мое предпочтение секрет, потому что это секрет. Как-то так. Тебе что нравится? У них такой темповый очень драфт у Alliance, на котором очень правильно нужно отыгрывать в начале и ни в коем случае не ошибаться. Потому что в лейте у Secret, ну, на порядок кажется сильнее. Шторм плюс ВК невероятно круты. Плюс ну, есть порядок. Шейкер, который может хорошо ворваться. Ну, пожалуй, наверное, да, сильнее. А с кем мы недавно смотрели, с тобой комментировали игру, где Secret... 80 минут-то катали. С Liquid, да? Там тоже Ниша играл на Шторме. И у него прям не шла игра. Он вначале отстоял не лучшим образом, потом где-то непонятно откуда брал деньги. То есть он невероятно круто ищет места для фарма, даже когда, казалось бы, их практически нет. На Шторме не раскачанном абсолютно со старта. Но затем он... были моменты, где он подзакидывал на Шторме в той карте, где его ловили, его убивали постоянно. Здесь контроль в целом есть в наличии, но он ненадежный против Шторма, этот контроль. Да контроля, Аксу не нужно... знаю, маловато у команды Alliance. Да маловато, конечно. То есть именно очень сложно будет Аксу напасть именно на Шторма. Каски непродолжительно длятся. Плюс... ну, Shadow Demon — это не тот контроль, который мешает Шторму. Косу в него еще попробуй запусти. Коса здесь явно не на Шторма будет лететь постоянно. Она будет использоваться против Тимбера, против ВК, может быть. Что, по линиям без сюрпризов? Да, пожалуй, да. Никобэби на Некрофосе идет на легкую линию. Зай идет, соответственно, в сложную. Посмотрим, как они ту линию отстоят. Замедление понят, он столько фиссуру, качественный ебзор двух героев перекрывает с одной стороны. Но кажется, эти два героя готовы драться, каски отлетают от Попея и Зая. Никобэби расталкивает всех, хочет эту баунти руну забрать для своей команды. Но получится, да, должно получиться. В итоге Никобэби взял, СФО взял, еще потенциально третью ребята из Alliance могут себе забрать. И начинают с небольшого преимущества. Так, вот по истечению драфтов хочется обратиться опять-таки к нашему партнеру по рематчу, узнать, что там у нас по коэффициентам. 3.9 на команду Alliance на первую карту, 1.23 на команду Secret. Но вот драфт команды Secret тоже букмекерам понравился побольше. Ну и вам, судя по всему, тем, кто этими коэффициентами интересуется.
Так, Shadow Demon плюс Axe. Чен приходит к рейсингу. Да, по линиям все получилось более чем логично. Посмотрим, вот мои предположения и прогнозы по линиям конкретно совпадут или не совпадут. Лим против Ниш. Очень интересная линия, конечно, двух скилловых игроков в центре. Ниш пока демонстрирует какой-то жуткий денай. 2-3 у него. Хорошо, темпларка стартует чуть хуже, пока 1-2. Молодец, Ниша. Я думаю, на дистанции все равно темпларка будет отрываться. Все-таки она лес увереннее фармит. Она эншентов может быть, в отличие от того же, там, допустим, Шторм Спирита на ранних этапах. Ну, а Шторм может где-то раньше нападать. Например, с удачной руной, с хастой, с ДД. Можно будет искать фраги. Я бы не сказал, что герои у Альянс живучие. Там саппорты моментально погибают после нападения Шторма. Будет искать Ниша, может быть, таким образом дополнительное золото себе. Ну, экспу, естественно. Снизу тем временем у Некра начало очень классное, 8-2. Некр действительно хорошо будет стоять против Тимбера, по крайней мере, на старте. Да хотя и в дальнейшем тоже не видно, каким образом Тимбер там переигрывает Некрофоса. И у Некра должно быть все замечательно, да. Пассивка вроде бы есть у Зая, но как-то Эргейн страшновато, особенно когда там Херстоппер аура уже на 2 вкачана. Никабэби на этой линии прогнать трудно, продамажить его так, чтобы он ушел с линии, невозможно. Плюс четверка такая у Зая, да, которая, ну, не совсем помогает. Он бегает, да, на шейкере, сейчас попытает Зая забрать, кстати, Тимберчейн, Фиссура. И Взор вынужден Фиссуру дать, чтобы Никабэби и ФНГ остановить, а то могли Зая потерять. Вот, это скорее просто роумище, четверка, где-то получится удачное перекрытие сделать. Конечно, фраг ребята из секреты осуществят, но в обычном стоянии на линии Заю помощи нет. Зай здесь в соло, он, конечно, на экспе, но на фрифарме его оппонент на линии. И вот, как и ожидалось, Никабей хорошо смотрится на легкой линии, линия это выигрывается. Как, в общем-то, и в центре тоже, что предполагалось. Лимп начинает душить немножко Нишу. Там очень здорово через пассивку, через... Псиблейдс пробил Шторм Спирит, ставив того немножко отлучиться с линии, дожидаться регена. И вот сейчас опять подбирает хорошую траекторию для атаки по крипам, чтобы продамажить Нишу. Ниша очень хочет купить бутылку, больше не хочет хилки таскать. Поэтому надо, конечно, аккуратнее быть. Ну, Лимп расправляется. 15 на 6, 11 на 7. Ну вот чувствуется, что темпларка чуть поувереннее стоит пока против Шторм Спирита. Затягивает вортексом Ниша. У Лимпа есть рефракшн, конечно. Западня старая. Опытные темпларки знают, как против этого бороться. Но Ниша нафармил, кажется, на бутылку. Нет, еще не нафармил, как же мало здоровья остается. Фэрифайр, конечно, имеется, он последних крипов добрать. Всё, и купил, погибает. Но он очень хотел бутылку. Он уже настраивался и кликал на то, чтобы бутылку купить. И не думал о своем здоровье. Но Лим просто переигрывает соперника сейчас. Ну, шикарно сыграно. В миди соло фраг сделать на темпларке, имея такой матчап, это очень важно. Красавчик Лим. На топе намечается так и на Матумбомена. Ну нет, просто подожгли, настакали Shadow Poison. Рейскин, кстати, тоже страдает. На всех трех линиях пока у команды Lions выглядит получше. Да, старт вообще потрясающий для аликов. Лучше не придумать. Ну, так и нужно. Так и нужно было им начинать обязательно, чтобы потом было проще. Secret, на самом деле, иногда отдают инициативу. Много карт я смотрел, когда они... Вот смотришь, и у тебя создается иллюзия, что где-то Secret сейчас продавят. Вот где-то сейчас они дрогнут, и получится... продавить их хорошенько, получится там оторваться от них по деньгам и в конце концов выиграть. Но нет, они могут проигрывать там 3-4 тысячи, спустя 5 минут они уже ведут 20. Как они это делают, непонятно. Таких матчей вагон просто у Secret. Последний. Так, ты рыбовосишь что-то, Дим? Я не знаю. А, сейчас хорошо. Да, бывает такое, секреты могут вовремя собраться, они чувствуют пик силы своего коллектива, своих героев, и когда они понимают, что они сейчас сильные, они собираются вместе, ударяют по сопернику довольно больно. Этот момент для Alliance нужно, конечно, просто не проспать. Сейчас 5-я минута, главное не проспать баунти руны. Ниша ставит ремнант, пускает ФНГ, Ниша сам без здоровья, цепляет вортексом, разыграет ФНГ. Ой, ФНГ просто легкое убийство для Ниши отдает. Он так пришел и подарил фраг, ни за что, ни про что. Ниша еще и бутылку заряжает. Сам он не погибнет, скорее всего, Малитик не должен дотикать. Ну да, просто пришел, ФНГ отдался. Ну нельзя так, когда твой мидер уничтожает вражеского мидера, гнобит его, выгоняет с центра, нельзя приходить на саппорте и реабилитировать этого побитого героя. Фиссура, здесь могут СВ перехватить, бьет Пупей с крипами вместе. Разворачиваются и сходят. Ему урона не хватает. Заколил, СВ прокрутится, прокрутится, прокрутится. Да ладно, хватило силы Ханскина сделать этот минус. Дизрапшн, СВ пытается защитить.
И хорошо разыграли Lions этот момент тоже. 1000 преимущества уже имеется. Единственный минус, что все-таки я обзор успел одну баунти руну чужую взять. И сейчас секрет может достаться 3, если они вспомнят про вон ту нижнюю на речке. Ниша тем временем в центре страдает. У него мана-то есть, надо улетать, но Лимп не дотягивается. У него нет тапка у Лимпа, а у Ниши был. Зай за вышку зашел, разбирается с крипами там. Вот он взял 6-й левел. Он понял, что на линии против Некра стоять нет никакого смысла. А так получать фарм будет и Ника Бэби, ну и сам Зай. Там сейчас высокая вероятность того, что Зая могут просто убить на линии. Я думаю, что Зай это прекрасно понимает. Какая-то любая перетяжка от одного из саппорта. Вот сейчас уже даже выходит ФНГ вместе с Ника Бэби. Попробует пробить. Каски полетели. Второй маледикт. Но вот нанести урон, чтобы дать косу. Это звучит как идея интересная. Как может этот урон-то дать? Деспульсы пока не так сильно пробивают Зая. Зай, конечно, будет жить. Там Лимп. Ниша и Ебзор. Ебзор на помощи к Нише. Как раз-таки трэп взрывается. Лимп под собой ставит еще одну трэп. Разворачивает через рефракшн. С Нишей подраться. Вортекс получает. Ой, не знаю, Лимп, точно ли ты просчитал все? Видимо, нет. Будет еще одна фиссура. Ебзор. Пока не использует. Есть фиссура. Лимп, побежать. Ниша, еще один заряд бутылки. Снова ремнант. Лимп. Как же они играют друг с другом. Рефракшн ТП не хватает маны. Ебзора не хватает маны на фиссуру, в свою очередь. Минус Вичдоктор, где-то Зай смог пробить. Гоняли за Заем, кстати, и в итоге Зай развернулся, убил Вичдоктор. Ну это лишнее, конечно, то, что сделали сейчас Некрофос и Вичдоктор. Они уже попробовали убить Зая, у них не получилось. Какой смысл продолжать то, что у вас не выходит? Нет возможности убить сейчас Зая вдвоем. Надо просто Ника Бэби дать возможность продолжать фармить. У него шикарный старт, у него 3500 нетворса, от чего он отвлекается. Все, купить себе там, что он хочет, меку, грифсы какие-то ранние. И поехали. С этим Некрофосом потом можно смело идти вперед. Да, вполне. Вообще, билд на Некра придумать можно абсолютно разный. Сейчас выбирает меку. Но все-таки это кэрри Некрофос, что он дальше планирует брать после меки. Мека очень дешевый предмет для кэрри, поэтому соберет он его скоро. Канкин подставляется. Пошел руна контролить. Фессора. Канскин дизрапшн. И его забирают. Ну что, можно на команду собирать, не знаю. Можно купить Рейдианс, пойти с Рейдиансом с мекой вперед. Можно догрейдить грифсы, можно сделать Йоул, можно сделать Лотус Ор быстрее. Что угодно. Как всегда, Некрофос славится тем, что на нем очень много артефактов идеально заходит. Выбирай, не хочу. Главное, что в приоритете, главное, что по игре больше подходит, конечно. Посмотрим, что решит Ника Бэби. В центре отставание не сокращается, насколько я вижу, да? То есть Шторм Спирит все еще проигрывает 800 голды Темпларке. Темпларки, ну понятно, что выход в ранний блинк, наверное, здесь. Или все-таки дизолятор. Да, подумаем. Ну, блинк смотрится интересно. Если вдруг вот хочется с Некрофосом пойти вперед, там у Акса быстрый блинк-даггер намечается. Под быстрый блинк купить блинк на темпларке, пойти просто сделать несколько важных убийств. За счет блинка купить дизоль. Выглядит как хорошая идея. Да, ставит быстрый закуп именно блинк-даггер. Ну, потому что тут два варианта. Либо дизоль делать. Ну, дизоль здесь можно. Но блинк поинтереснее выглядит. Просто если ты покупаешь дизоль, то там до блинка 2 минуты, как правило, ну 2,5. Очень быстро он появляется после дизолятора, дизолятором ты побыстрее фармишь. А вот 2 минуты, так ли это критично? Ну смысл в том, что ты еще успеешь что-то получить. Дизоль долго фармить будешь, помимо того, что на блинк 2 минуты. Все-таки сам дизолятор, он побольше стоит, чем блинк. Понятно, понятно. И инициативы нет. Кстати, интересно, а что быстрее покупать, в каком порядке? Ты не следил за этим. На топларке ты имеешь в виду? Да. Ну, так вопрос в том, что если ты покупаешь блинк, и у тебя получаются выходы с блинком, то быстрее ты нафармишь блинк и дизоль, чем дизоль плюс блинк. А если не получаются? А если не получается, на голом фарме? Быстрее дизоль, конечно. Потом блинк. Тут вопрос еще тоже, в голый фарм какой фарм? Вот играет ли на тебя команда, допустим. Если команда под тебя нон-стоп стакает, бегает там лес правый и левый, ты, конечно, проходишь и быстро дизоль можешь купить, это будет выгоднее. А если команда сама нуждается в том, чтобы лес зачищать, тогда фарма у темпларки только на линиях остается. В центре Зай подтягивается катапульта, по трэпами замедления. Через катапульту пробили Зая на пол здоровья. У него же готовый Hood of Defiance, он его нажимает, чтобы не так сильно его пробивало. Ника Бэби работает по вышке, то тавр должны сносить сейчас, есть глиф. Но защиты здесь не будет. Команда Secret, кстати, не стягивается, один Зай
Может попытается сдунать, только если у него получится. Если будет фиссура какая-то, нет. Фиссура не будет, Гипзора находит. А там уже Демоник Порш. Там уже у Ханскина левел 6. Коса. Вот на первая коса от Ника Бэби. Весьма удачная. Миканзам имеется. Слушай, ну я так могу сказать, что Элайн сейчас могут собраться в единый кулак. И я вообще не понимаю, как секреты будут отбиваться. Ну то есть серьезно, они сейчас будут просто душить. У секретов не будет столько дэмэджа, чтобы пробивать меку, чтобы пробивать хилы из деспульса. У них не будет весел, никто его не собирает. У них шторм не готов, Рейс Кинг тем более. А Тимбера можно игнорировать. Согласен, Alliance действительно могут сейчас пойти вперед. Интересно, там все-таки ВК, да, Radiance планирует покупать, у него 1800 уже. Уже две даже, так что нет смысла брать что-то подешевле. Секрет, видимо, не планирует драться в самое ближайшее время. На самом деле, косу в шейкера выгодно кидать на таком этапе игры пару-тройку раз. Просто чтобы он долго сидел в таверне и долго не мог найти себе деньги на блин. СФО нападает, время Миша, выход, Вортекс, СФО здесь нашли, СФО за счет кола пытался пожить. Но не получилось, Ниша делает это убийство. Далековато заходил Акс, очень хороший тайминг его убийства, потому что ему на блинк действительно немножко не хватает. Ну, то же самое, что и про Шейкера. Шейкер разбиваем тайминг, также в ответ сбиваем тайминг Акс. Так, ну что, блинк у Лимпа появляется. 12-й минута тайминг шикарный. Скорее всего, в рекордах есть и быстрее, конечно. Бывают такие ситуации, где ты на топ-ларке не просто фраг в центре делаешь, а делаешь 3 фрага подряд, быструю вышку сносишь и так далее. Ну, здесь тайминг очень хороший. Ну что, вот теперь с блинком надо бы пробовать куда-то выходить. Коса через 23 секунды, можно вместе с Некрофосом. А без Некрофоса можно убивать саппортов. Чена, Шейкера, на топ-ларке. Можно и Рискинга его реинкарнации лишить тоже. Не мешало бы его атаковать, потому что он тоже под шумок фармит, пока команда его помогает спрятаться где-то в лесах. 2700 уже там, да, выход в Сакр Трейлик будет быстрый. Alliance не торопятся. Я не знаю, насколько им это выгодно. Чего-то ждут. Каких-то еще слотов. Ну, помимо, видимо, блинка на Аксе. Может быть, его и ждут? Может, его и ждут. Ну, потому что преимущество-то падает. Alliance вели больше. И ВК начинает разгоняться. Он купит Radiance, его скорость фарма значительно увеличится. Он, может, и будет где-то на дистанции Templar Assassin проигрывать, но всем остальным вряд ли. Каски снизу. Гипзор, коса, десвард, но без косы получается убить. Точнее, эффект от косы не без эффекта, да. Там Шторм Спирит в курьера полетел. Ничего себе, Ниша. Во того, второго курьера. Сильно. Вот это пролетел просто. Ну, курьер там только... Кормёжка. Кормёжка, да. Курьер только одного смог забрать. Ну, ладно. ВК его выходит. Ну, слушай, пока вот получается прятаться. И не то чтобы Alliance настойчивые ребята. Сломали только один тауэр. Им, конечно, вот под эти убийства на шейкере все-таки вышки ломать. Топларка хоть и без дезолятора, но есть блайдстоун, и все равно урона очень много, вышка быстро упадет. Потому что пока они медлят, Рейскинг качается. Может быть, в принципе, Alliance и, знаешь, ну все равно, что качается Рейскинг, там Шторм Спирит что-то выносит себе. Ну плевать, все равно мы типа будем сильными. Мы уверены в нашем мидгейме, уверены в нашем лейт игре. Поэтому просто сами качаемся, и нам как бы по кайфу. Может быть, такая идея у команды Alliance, торопиться действительно не стоит. Но то, что они могут сейчас выиграть любой файт 5 на 5, я в этом прям уверен. На данной минуте, мне кажется, они в разы сильнее, чем команда Secret. Но файтов нет. Может, бояться просто чего-то. Не уверены в своих силах где-то. Это нормально, когда вы против Secret играете? Да нет, я как раз думаю, что именно вариант первый, где они уверены в своем пике и даже в более поздней стадии игры. Потому что я смотрю на Ханскина, и Ханскин такой, да я гоним, бахну просто. А чё бы гоним не бахнуть против Рейскинга? Вообще идеально, по-моему, заходит. Тимбер Соу там проще будет убивать в каких-то моментах. То есть да, мы можем и сейчас быть сильными, мы можем и потом быть сильными. Мне кажется, они просто очень сильно оценивают свой драфт. Вот так вот. Может быть. Секреты вообще пока не вылазят особо. Лес фармит, все хорошо. У них 15-я минута контролится баунти руны. Под смоками как раз выходят ребята из Гамбит, чтобы эти баунти забрать. Но вот сверху упустили, там Ниша контролит хорошо. По 2 в итоге получилось. ФНГ очень глубоко пробегает, ищет соперника. Вообще секретов на карте нет, а так посмотришь, откроешь туман войны со стороны команды Alliance, они героев вообще не видят. Чакрам пролетел, вот я обзор мимо тир 2 промелькнул,
Где герои-то вообще? Никого нет. Никого не видит Alliance. Но не теряет время, конечно. Можно было забрать вышку уже давно снизу или сверху. Преимущество не растет, меньше 1000. 5-4 счет, всего 9 фрагов за 16 минут. Из-за этого Акс, вот купивший блинк, по Нетворсу просел. Потому что фрагов нет, и СВО просто бегает, крипов не получает. Азай получает. Азай где-то фармит, да. У Акса и левел, посмотри, какой низкий. У него 9-й всего уровень. Это худший из коров показатель. Так, там, сделал... конечно, некр очень высокий по левелу, но Аксу бы тоже левел не помешал. Добраться до второго ультимейта. Добраться до таланта. Так, сделал стак и думал, может, сам наконец пофармит. Нет, оставил темпларки. Лим говорит, хочу дизоль. СВО в центре. Законить нормально не смог. Ну, ждем, ждем этого сражения, друзья. Прям очень хочется схватку увидеть. Вот, например, сейчас на Тимбера нападает через Death Ward ставится фиссура. Death Ward выбили. Лим. Ну, не атаковали, что он спирит дальше. Второй волной подбегает. Получает юл от Ника Бэйби. Что дальше, СФО? Блинка пока нет. Заколить не может нормально. Получает Пенитенс. Там очень много лечения от Ника Бэйби. Но секреты полноценно в драку так и не вступают. Выжили и хорошо. Зай пошел, порезал соперника сразу. Отступать. Потеряют несколько крипов с зоопарка. Но под шумок как раз Рейс Кинг выформил Рэдианс. Alliance очень много кнопок нажали на Тимбера. И ульт ВД, и ульт Шадоу Демона были потрачены. Но фраг сделать не получилось. Это, к слову, о том, насколько он плотный. Правда, Десвард был не самый лучший, его сразу же сбили. Косы не было от Ника Бэйби, да? Потому что половину здоровья сняли, надо было еще чуть-чуть снять, чтобы дать косу хорошую. Накрыть соперника. Ну ладно, нюки покидали, так ничего не получилось. Все в живых остались. Опа, Зай, как опасно. Вот Зай за это можно наказать сейчас. Очень далеко на Тимберчейне он прыгнул. Всем попали, но теперь добить. Тимберчейн, СФО здесь. Ускорится. Еще один Тимберчейн, далековато уже ушел Зай, СФО. Нужен был кол, нужен был фокус, фокуса не хватило. Вопрос о контроле, да, которого так и не хватает команде Alliance все-таки. Если Акс не находит за свой кол соперника, то все. И вот Тимбер уходит, Шторм Спирит улетит. Это проблема, это прям реально проблема пика. Очень много передвижений от Alliance. Все бесполезные. Не фармят герои. Матумба там всех догнал почти. Сейчас вышку спушат. А у Шейкера 1800. Внезапно. Просканировали область секрета, теперь знают, что Элайн зашли на Рошана, и, ну, это знание просто помогает им не то, чтобы прийти из Рошана подраться, скорее просто увереннее крайней линии толкать, потому что все еще они тимфайты не ищут. Они готовы даже пожертвовать Рошаном, отдать это Аегис, Лимфу, допустим. Черт с ним. Мы качаемся. Эти самые 1600 на Шейкере должны скоро превратиться в Блинк Даггер, уже 2080 у него. И Рэдианс Рейс Кинг должен... тоже дать ему дополнительный толчок к получению большего количества денег с леса. Соответственно, выфармливанию еще какого-то дополнительного артефакта. Шторм Спирит, Бладстоун выходит. В общем, просто качают скор персонажа. При этом не сказать, что суппорт как будто бедствует, да? Я смотрю на Пупея, Мека, Доминатор, там все в порядке. Владмер намечается, дополнительная аура появится на команду. У Тимбера Пайп тоже нормально, крепким будет. В общем, и та, и другая команда, кажется, верит в то, что у них в лейте все будет хорошо. Посмотрим, чья вера сильнее, чье исполнение лучше, а самое главное, кто прав-то в итоге. Верхнюю башню сил света атакуют. Сейчас темпларка невероятно крута, конечно. Она получит там еще один толчок к своему пику силы, когда появится БКБ. Это вот стандартный джентльменский набор, да, блинк, дизолятор плюс блокинг-бар, где темпларку невозможно остановить и лучше ее только кайтить. Вот и с этим предметом, конечно, Лимпу надо бы выигрывать драки. Да и сейчас тоже, не имея БКБ, но имея Егис, хочется прям пойти и поразносить оппонента. Пока разносят снизу тир 2. Защиты никакой нет. Команда Secret. Вышка должна легко пасть. Secret уже впереди. Были только что. Ты о том, что счет 5-4 сказал минут, мне кажется, 7 назад. Да, ничего не изменилось. Нет фрагов, нет драк. Смог нажимает. Очередная попытка от Alliance. Ну где-то хоть найти оппонента.
Секреты вообще не подставляются. Они как ниндзя просто. Их не видно. Они где-то рядышком, вечно где-то рядом бегают, но Alliance их найти не могут. Ну вот сейчас, может быть, момент, где Матумбумена смогут увидеть. Потом он поднимает. Опа, нет, этот хайграунд не мой. Разворачивается Маледикт. Так, первую жизнь должны снять. Солкетчер. Нет, дизрапшн какой-то интересный. Шторм Спирит влетает. Ника Бэби разбирается с крипами. Очень быстро убили Вич Доктора. Драка так себе. Пошел у нас Ника Бэби Кошраут. Ханскин накрыла минус второй суппорт. По Пупе работает Лимп. Пол хил. Лимп. Тычка. Последний. Нет, Пупе живет. Ладно, и там тем временем Зай развлекает соперника. Ебзор за Хаслэмом. Боже, похороночка для команды Alliance. Он просто выжил этот идеальный момент. Ну все, друзья. Фантастика. Игра закончилась. Минус 6 просто. Да, там, с учетом того, что байбек был от Вич Доктора, дайбек, у Темпларки было две жизни. Они всех их убили, всех убили просто. Без потери. Просто без потери. А что это было за дизрапшн, ты понял? Я не знаю. Ну, типа, ну просто. Как бы дали солкетчер, теперь дизрапшн. С дизрапшном выходишь, солкетчер заканчивается. Ну, я понимаю, если он хотел, например, сделать иллюзии для того, чтобы там они с Рейденсом пожгли, но... Где ВК-то находился? Это было так далеко от остальных героев. Очень странно здесь сделали. Матумба в итоге вышел, подошел к команде, помог им. Ну и вишенка на торте, это, конечно, врыв Ебзора. Это было сильно. Это было очень круто. Просто поставил точку. Ну и все, друзья. Вот не было драк. 5-4 был счет. 5-4. Теперь 5-10. И 5000 преимущества за командой Secret. И Лайнс такие. Ну вот у нас всю карту, все было хорошо. Искали даже драки, сами пытались провоцировать. Вот я в самом начале об этом говорил, что иногда создается впечатление, что Secret сейчас продавят. Еще вот-вот и получится. Так, Ника Бэби нельзя погибать ни в коем случае. Главная ударная мощь команды сейчас, помимо Templar Assassin, он погибнет. Он погибнет, это еще 2 килла. Я говорил, что за 5 минут Secret из нуля могут сделать там плюс 20. Уже плюс 7. Ну и кажется, сломались Alliance после того файта. Ну и этот файт, да, реально, когда ты его проводишь, когда ты его проигрываешь, салат, когда у тебя Егис, ты все нажал, даже байбек, дайбек был, у тебя просто падают руки, потому что ты понимаешь, что вот игра в этом моменте была проиграна. А все остальные дальше попытки что-то там предотвратить, как-то отбиться, они, ну, фактически безуспешными бывают, да, потому что секреты уже идут на позитиве, в пятером они уже хайграунд ломают. Там минуты 3-4 назад об этом даже и речи быть не могло. Это секрет, друзья. Обидно за Alliance. Так хорошо начали, так хорошо отстояли линии. Реально классно, все линии хорошо отстояли. Но они просто потом не знали, что им делать. Они, может, и хотели где-то напасть, где-то и хотели найти эти фраги с Аксом. Не нашли, секрет в свое время получили и наказали. Ну, кстати, минус Тиммер, неплохо. Продолжение какое-то будет. Матумбу убить пару раз. Опять этот дизрапшн от ударов Лимпа. Спасаем, Матумба. Мы тебя спасем ненадолго, ладно? Ну, кстати, ворвались в штормане. Плохо, а там снова шейкер. Коса неудачно, Ниша живет, стики использовал, уходит. Шадо Демон вынужден тратить байбек. Матумбамен идет дальше, перерождение от него. Ну, кстати, один остается Матумбамен. Команда туда отошла. Ее бросили просто, бросили. Скинг погибает. Отбились вроде бы Alliance, да, с байбеком, да, не все так круто, линию потеряли. Но, на самом деле все ужасно. Сделали пару убийств, убили первую и третью позицию. Окей. Ну, еще какое-то время Alliance поиграют в эту игру. Действительно обидно, вот не надавили, не додушили до конца, вот не зажали соперника. Как еще вот это можно назвать? Вроде бы все правильно делали. Но справедливости вот... ради даже не попытались. Они в один момент собрались вместе, что-то побегали по чужому лесу, там по центру. Никого на карте не видели. Сходили, убили Рошана. Секрет... Им плевать на это было. Они просто выфармливали нужные им вещи. Сплитили разные линии в этот момент боковые. Secret такая команда, которую по макро сейчас переиграть невероятно сложно. Нашли Тимбера. Зай погибает. Второй раз подряд, кстати, Зай умирает, да. 25-й минуте. Вот такие фраги искали Alliance. Вот весь мидгейм. Весь выход из early game они искали вот такие фраги, просто там, чтобы Акс прыгал, хоп, героя нашли, загулявшего убили, хоп, нашли, убили, там, запушили вышку. Этих фрагов не было, просто не было. Ну, я говорю, секреты передвигались по карте искусно просто, они вообще не подставлялись, их не было видно. Никаких предпосылок. И один раз вроде бы вот нашли Рейс Кинга,
Ну что-то, я не знаю, кстати, вот у Shadow Demon игра не идет, да? Ханскин как-то с дизрапшеном плохо работает, мне кажется. И та драка ключевая, и вот на топе там что-то какой-то дизрапшен из-под удара в темпларке. Он прячет ВК, он не оставляет эту способность на сейф, например, где-то своего союзника. Ну, понятно, что он хочет сделать иллюзию с Рэдиансом, там, да, вот эту. Понятно, вот, да. Идея вроде тоже хорошая, но... Иногда бывает дизрапшен лишним. Случаются такие моменты. Транспирит влетает. Успевает Ниша перед носом у соперника забрать руну волшебства. Аганим себе делает, кстати. Ну, это подшейкер, это готовится. Еще одна комбинация от Ниши и Тьебзора. Секрет еще и очень эффектно играют для зрителей. Чтобы мы видели побольше вот таких красивых моментов. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Alliance перестали бегать по одному, перестали фармить. Сейчас передвигаются только вместе. Попытка сломать вышку на топе. Но она абсолютно ничего не значит для Secret. Сейчас они ее спокойно отдают. Возможно, игра теперь продлится спокойно до появления следующего Рошана. Второй таймер через секунду, и мы узнаем, что он появится аж почти через 3 минуты. Не скоро. 3 минуты надо что-то делать еще на карте. Ну, надеемся на файт какой-то хороший. Потому что пока, кстати, вот драк нет, вчистую ребята из Alliance больше денег по карте выносят. Они отыгрывают, да, вот это вот отставание. Было там 7 тысяч, сейчас 6. Шмотки выфармливаются. Никобэби планирует сделать себе Ганим Сентер. S4, Blade Mail Blink, там БКБшка намечается на топларке. Ну, просто больше ДПС хочет МКБ. Это, видимо, как раз учетом того, что Матомба Мэн купил Алибарду. Что тоже логично, по артефактам тут даже и не поспорить. Да, вот единственное, что хочется и Ханскину Аганим, наверное, иметь. Там дальше уже с Демоник Пуджем можно будет Рейскинга раз за разом тормозить. Команде Ханскин очень сильно поможет. Главное, опять-таки, там тоже не подставиться под Шторм Спирит, который быстро будет его убивать. А то Мэн пушит вниз. Забирают тир 2 без сопротивления. Лайнс не планирует тир 2 защищать. Они вот бегают вокруг Рошана, там стоит трэпа. Они все ждут, когда же доп-таймер закончится. Наконец мы прям разом прыгнем, очень быстро Рошана забираем. Но с таймером жутко везет Secret, потому что они получают время, чтобы забрать тир 2 снизу. Там запушили эту линию полностью, захватывают лес, просто фармят себе еще какие-то слоты. Еще одна либарда планируется, кстати, у Зая. Будет она команда Secret. Аганим купил. Шторм Спирит. Ну, ждем комбо. Затяжной вортекс под эхо слэм, друзья. Это то, что может очень порадовать нас. В особенности, конечно, фанатов команды Secret. Потому что выглядеть это будет очень круто. И без этого шекер круто влетает. Найс с вортексом, когда стягивает там, 3-4 героев. Это выглядит куда эффективнее. Силы тьмы используют сканирование. Эффективнее и эффектнее. Ну что, к Рошану сближаются теперь ребята из Secret тоже. Драка здесь будет. Ставятся сентрики. ДД у Лимпа заканчивается. Вот чуть пораньше бы, может быть, этот смог прожать, пока руна работала. Может, опять Зай? Удастся ли его забрать? Зай. А могут. Они не зашли на хайграунд. Они его не видят. Они его не видят, а он смог, кажется, спалил. Нет, но он что-то понял. Прокликал. Ставится там трэп. Не рискнули Alliance на хайграунд подниматься. Испугались. А бояться есть чего. На том хайграунде они как раз братскую могилу себе и выкопали. Такое памятное для них место. Решили оттуда уйти. Считанные секунды до появления Рошана. Вбиваются шмотки. Warp of Destruction. Что для темпларки, пожалуй? Да, урп забирает она. 20 уровень успел лапнуть. Еще и улучшает мелт свой минус 3 к броне. Там нормально, Warp of Destruction, талант на 20-м. Все это классно сочетается сейчас. ДПС реально у топлаки супер много. Добежать бы до нужной цели и быстро фокусить соперника. Беспрепятственно наносить урон. Не получить бы алибарду до нажатия БКБ. Тоже очень важный аспект. Тем временем Атома Мэн зашел уже в Рошпит. Под кучей-кучей аур. Смотрите, какая красота. Атома Мэн бьет этого Рошана с критами под 1000. Гиперстоун дает довольно много скорости атаки. Чакрамам помогает еще плюс ко всему Зай. Ну что, Элайн, значит, что делать? Конечно, понятно, где находится соперник. Как-то бы Ебзор еще вызвали, да, с его шадо амулета. Шадо Блейда он не дофармил. Держит позиционку, старается не подставляться. Подставляется Никобэби, крит в 1000, Понитонс.
Габэйби опасно. Фиссура успел нажать Госшаут. Шторм Спирит полетел. Акс отлично инициирует. Матума Мэна. Продолжение от Ебзора нет. Ебзор набегает. Ебзор нет. Понял, что это не лучший момент. Зая пытается либо убить, либо убивает Зая. Шикарно. Но тот забирает из СВО. Матума Мэн все еще жив. Акс делает байбек. Габэйби лоу КП. Ниша. Под косой. 100 секунд без байбека. Каски. Дальше продолжение. Госшаут. Каски. Замечательно. Хаслэм от Ебзора. Вот он момент. Это делает. Ну шторма нету, чтобы помочь как-то. И не хватит сил. Просто не хватит сил. Сейчас у команды Secret перерождается. Матума Мэн пытается после блинка куда-то уйти. Погоня должна быть от коллектива Alliance. Да, идет Templar Assassin. Не отпустит, конечно же, Лимпа. Лимп. Откидывается алибарды. Там Шива от Никабэби. Летит СФО. Колом накрывает соперника. Если бы Шторм Спирита был байбек. Вот сейчас под шейкер прыгнуть и добить соперника. Не хватало 500 голды. Ниша. И Ебзор мог бы опять захайлайтить. Но нет, друзья, Alliance оказались покрепче. Драка выигрывается. И забирается Рошан. Браво, браво, Alliance. Они держатся. Руки не отпустили. Это хороший камбэк. Да, это и пока очень что-то... хороший камбэк. Они отыграли по золоту. Но это не самое важное. Они сейчас имеют возможность что-нибудь досломать. Потому что долго не будет героев Secret. У них очень высокие уровни сейчас у игроков Alliance. И они зайдут на ХГ. Они зайдут и, возможно, выровняют положение по снесенным линиям. 30 секунд. Защищаться некому. Шейкер без ультимейта. Чен так себе защитник. Глиф еще есть. После глифа еще секунд 15. Ну, забрать, наверное, тир 3 максимум барак и отойти надо, потому что там полный состав уже команды Secret будет. Не факт, что барак даже успевает, да? Вот идут Alliance или останутся здесь. Вроде бы Лимп с Аегисом. Нет, отойдут. Отбились секреты. Ну, как отбились. Просто временного решения хватило. Шторм Спирит туда-обратно. Отойти, там дабл дэмэдж появляется. Можно будет развернуться. Маны мало, но приносит себе 3 enchanted манга. Сейчас ману восстановит себе большую часть. И с дабл дэмэджем можно сейчас сделать какой-то разворот интересный. Да, здорово, Лип на самом деле на Зая прыгнул. Он просто разорвал вроде бы Тимберсоу. Но, судя по всему, Тимберсоу оказался без зарядов на пассивке. Потому что Лимп его там, ну, в 5-6 ударов просто втоптал. В землю уничтожил этого Зая. Зай в драке практически не участвовал. Просто один кор-герой убивает другого. Верхнюю линию не отбивают сейчас ребята из Alliance. Secret это прекрасно видит. Они понимают, что соперник ищет их, ищет драку. Надо, наверное, Secret'ом как-то отступить на хайграунд, не подставляться под эту атаку. Матума Мэн. Шива. Вьюл бы поднять как-то. Нет. Убегает на безопасную дистанцию. СФО. Ну не Матума Мэн уже влетать, да? Не хочется? Или хочется? Все-таки хочется. Раз, два, три. Когда его с трех ударов убивают, почему бы и нет? Три было сильно. Появляется Матума Мэн, уходит через Блинкдаггер. Лимп нажал БКБ. Вескинг драться пока не хочет. Шадоублейд есть у Шейкера. Лимп тоже отходит. Там верхняя линия барак упал, да? Крипы сажали его. Полностью минус топ. Очень хотели Alliance хотя бы одну линию разменять. Не получилось. Надо отступить. Игра обретает второе дыхание спустя полчаса. В момент, когда казалось, что Secret уже это не отпустят, они дрогнули и отдали часть своего преимущества. Сейчас все шансы есть у Alliance. Вот еще бы одну такую же драку совершить, где-то подловить без байбеков игроков Secret. Ну а Нише необходимо нафармить эти деньги. Знаешь, есть у меня такое ощущение... Опять-таки, никоим образом мы не критикуем или что-то подобное, мы просто обсуждаем варианты. Может быть, это было бы слишком красиво, да, вот так вот Шторм Спирит, Аганим, вторым артефакт. Мы понимаем, что это артефакт, но он не обязательный для Шторм Спирита. Это лейтовый айтем, когда ты уже все основное собрал. И тот файт показал, что не было БКБ, а ты получил просто косу и умер. Причем сидел в таверне полторы минуты. А Аганим или в этом слоте мог появиться БКБ... Поставьте на чашу весов, друзья, и сделайте выводы сами, что в той ситуации было выгоднее. А сейчас БКБшки тоже не хватает. И Шторм Спирит даже не пытается, кстати говоря, ее выфармить. Решил, что будет Шиву просто для увеличения количества брони. Выживаемость в первую очередь от физатак. Ну а значит, Никабэби где-то косу будет прицеливать Шторм Спирита. Если попадется удобный случай, можно будет накрыть. Идея-то в чем? Ты можешь, в принципе, в шторма чуть ли не с фулл хп косу зарядить. И пока эта коса срабатывает, темпларка прыгнет, сделает несколько ударов, так что у тебя как раз и окажется там половина здоровья. Или даже меньше. Мы видели, с какой скоростью падает Рейс Кинг.
Три удара. Три удара. Три. Ну там с дабл дэмэджем была темплярка. Окей, может быть, некорректно так говорить. Шесть ударов. Шесть ударов, да. Да и плюс темплярка станет сильнее. Плюс ко всему там 25-й не за горами будет удар еще с башем. С Мелда. Конечно же, появится новая шмотка. Непонятно пока какая. Ассалт Кирас. Ну вот, опять же, на увеличение брони. Матумбамен работает. Кирас купил именно он. Тимбер просто плейтмейл. Ниша хочет купить именно Шиву. Все на броню. От темпларки хотим защититься. Дальше Матумба думает покупать БКБ. А может быть Башер. Что-то такое. Нижнюю башню сил света атакуют. Ленс не уходит с чужой половины карты. Очень хотят напасть, очень хотят найти этот фраг. И не могут. Мне напоминает это стадию мидгейма, да, когда тоже искали. Или Пупея могут. Или Пупея могут. Пупея могут. Байбек есть. А Иги заканчивается. Чена убили. Не то чтобы прям очень хотелось убивать Чена. Там Тимбер послаще был. Он фармил под своим вардом. Вижу, здесь у команды Лайнс не было. Тимбер не прыгнули из-за этого. Ну что, и опять у нас экономический баланс восстанавливается потихоньку. Было в один момент преимущество команды Secret там, ну, порядка 7-8 тысяч. Сейчас только 2 тысячи. На 37 минуте это вообще ничего не значит. Сейчас, значит, шмотки, которые падают 4-го тира на 37 минуте, надо их выбивать. У Лимпа 5,5 тысяч. То есть весь его нетворс в табличке еще не до конца реализован. Какая идея? Да и дал скупить, да? Побольше ДПС опять. Да. Там можно из трех ударов убивать без ДД, если прокнет на криты. Игра, которая могла закончиться реально минут 10-12 назад, уже длится почти 40. Все только начинается. Жутко интересные сегодня катки, друзья. Ну, играют, конечно, лучшие команды по итогам групповой стадии. Сегодня посмотрели первую встречу 2-1. И эта игра предполагает того, что здесь будет... Ну, если даже и две карты, то они будут максимально напряженные. Вот как сейчас нам демонстрируют первую карту ребята из Secret Alliance. Снова двойной урон, да, Лимп? Может, хватит уже, нет? Это слишком больно. К нему летит Кристаллис сейчас. Это в прошлый раз за три удара без Кристаллисов было. С дабл дэмэджем. Теперь с Кристаллисом. Ну давайте посмотрим. Надо найти драку. Лимб сейчас должен колить. Пацаны, ищите любой замес. Я готов. Максимально просто. Ну, Никобэби провоцирует соперника. Естественно, что в здравом уме не хочется на Некрофоса нападать. Вот быстро вырубить его точно не получится. Там нет такого урона. У Никобэби еще и сыр имеет, да, с учетом того, что никаких веселов в помине не было у команды Secret, то все можно, все лечения будет хорошо работать. Там Лесорелик находит секреты. Какие шмотки они там поставили. Нинджи Гир взял шейкер. Для ниндзя, конечно, секрет. Опа, прыгнул, неудачно. Тут же дизрапшн. И что получилось, что Шторм Спирит влетел. Дизрапшн хороший, Матумбамен. Собственно, иллюзии будут бить Демоник Пурш. Матумбамен под сол кетчером. Пытается стан дать Никобэби. Никобэби просто идет на соперника. Пытается Матумбамена не отпустить. Первой жизни лишается Рейс Кинг. Чакрам сильно пробивает Никобэби. Никобэби будет жить, у него сыр имеется. Неудачная инициатива со стороны Матумбамена. Прыгнул, так и не понял, кого поймать. От него все отпрыгнули. И дизрапшн, реакция от Шадо Демона был максимально хороший. Ну, реинкарнация, кулдаун минимальный, так как третья прокачка. Но 20 секунд все равно придется подождать. Алибардо купил Лазай. Вешает на Лимба. Либо дабл дэмэджа уже, естественно, нет. Шторм Спирит влетает, на Тепларку вортексом стянул. Ебзор фиссурой прикрыл. Ну, либо ладно, в принципе. Здоровье он не потерял. Опа, кол какой-то интересный. Мимо. Там Чен. Лимп выпрыгнул. Барак забрали. Что дальше? Чакрам, Весфо. Каски. Вескинга останавливают. Классные каски. Матумба уже замахивался по ФНГ. Вескинг доходит, тут Темплар Ассасин. Здесь же, шаду, здесь же прыгает Шторм Спирит, его ловит такого Шторм Спирит, надо запокусить чем-то. Коса полетела, но его восстанавливают здоровье, он будет жить. Коса не пробила, минус Темплар Ассасин. Какой же фокус команды Секрет дальше за ФНГ. ФНГ Глимерке подкидывается касками. Лимбайбэк тратит, ой, как опасно. Пытается пробить Никобэби, он максимально живучий. Сыр еще не тратил, разворачивается, минус Вич Доктор.
Надо кого-то фокусить. Прыгает СФО. Нишу видит. Ниша телепорт. Наглый есть Юл. Сбить Ника, бэйби. Ну и что, Ниша? Ниша улетает. Маны мало остается. Ниша погибает. И боевек у него имеется. Там лимп. За Заем до конца. Лимп 24 уровень, не 25-го. Забашить не может Зая. Зая в итоге ходит на Тиберчейн. Телепорт. Лимпу сбить будет просто нечем сейчас. Верхняя линия продавливается. Ну что, если Шторм Спирит не потратит байбек, то драка за командой Секрет. Они смогли лопнуть лимпа. Да, лимп выкупился. Это большая проблема. Теперь нужно играть крайне осторожно. Там приоритет был понятен у Секрет. Они все дали в этого лимпа. Ебзор очень любопытно там прыгнул куда-то далеко в спину, но успел фиссуру на развороте еще выдать чуть ли не по всем героям соперника. БКБ из фона нажал. Как действовать Альянс сейчас? Да непонятно. Хочется, чтобы драка как-то легко прошла, да? Вот знаешь, как вот Ника Бэйби вперед отправляешь, чтобы все на него бросились, а он такой госшаут нажал, там, знаешь, хил нажал, выжил, косу дал и всех убил. Вот, вот так вот хочется. Но вот так вот секреты не играют. Секреты перепрыгивают, находят цель, которую могут осилить. Того же темпларку, например, хватает урона пробить. Очень классно сейчас с лечением сработал Чен. Когда, казалось бы, Шторм Спирита поймали за кол Акса, непростительная вроде бы ошибка, и дали как раз таки косу туда, и хотели... Ну, Ника Бэби просто кричал, ребят, нанесите урон. Урон наносили. Но Чен восполнил ХП Шторм Спирита, и Шторм Спирит выжил. То есть все вот на тоненького, все на каких-то вот... очень грамотных таймингах нажатия определенных кнопок. И Ниша при этом все еще с двумя айтемами играет. Рошан. Рошан, которого очень быстро элайн забирают. Там Аганим. Аганим для... ВД? ФНЖ забрал себе? Да, да, да. Интересно. Окей. Просто позволит ли ему? С другой стороны, какие альтернативные варианты, да? Потому что у Ника Бэйби собственный аганим есть. Темпларки, ну такой аганим. Акс, темпларка, темпларка, да, так себе. Шаду демона свой аганим. Можно да, наверное, акс. Правильно. Наверное, это лучший вариант из возможных. Прыгают. Правда, нападают сейчас на этого ВД и очень быстро пытаются его забрать. Быстро получается. Крит вылетает в конце от Матумбы. Матумбу тоже там с двух тычек убивают. Это первая жизнь. Которую надо сейчас лишать. Я обзор в позиции. Ну как они стоят под него? Там БКБ, это все БКБ. Шторм Спирит летает, не могут никого стянуть. Он ждет. Да, и просто залетает. Коса, 130 секунд без Матумбы Мэн. Есть, конечно же, байбек. Даже за Заем. Ханскин работает, демоник пуджи, Soul Catcher, самое главное. Вортекс пошел с эхослэмом от Шейкера, минус Акс. Очень быстро темпларки выбивают Аегис. Но Ника Бэйби здесь, темпларка БКБ может нет. Подержать. Темпларка, БКБ нет, дальше сетка. Фиссура, и темплар ассасин не может жить. Ее убили, она без байбека без сейчас. Байбека. Знает об этом секрет, выкупился Матумба Мэн за Ника Бэйби до конца. Надо его убить, он один. Помощи нет, Вортексом стянули, конечно пробьют, конечно в пятером они его осилят. Байбек у него имеется. Нижняя линия сильно запушена. Им туда должны сейчас стремиться ребята из Secret. Могут, конечно, через центр, через тир 2, но снизу попроще будет. В отсутствии байбека на темпларке, конечно же, должно быть известно. Целая минута. Минута до появления Акса. А мне не хватает 240 голды. Его одного не хватит. 240 голды. Через Акса. Минуту только баунти руны. Так что в любом случае не хватит. Микрофос байбекается. 3 в 5 надо отбиваться. Насколько далеко готов выйти секрет прямо сейчас? Заканчивать? Ну или крипов делать, как минимум? Пока тир 3. На Ника Бэйби. Стан. Глиммер Кейп. Еще один стан. Шторм залетел. Глэшаут пошел. Теперь может быть Вортекс. Неудачно. Каски летят. Еще и Глиф имеется. Еще 20 секунд выиграть. Для Акса, как минимум, чтобы Акс появился. Ну что, секреты? Давить или все-таки отойти? Ведь очень опасно. Матумбы Мэна потеряют еще раз. И он уже не вернется. Они будут играть по таймеру темпларки, я думаю. ГМ. Падает на ФНГ. Байбека нет. Шаду Демон подставляется. Да ладно, подставляется Ника Бэйби. Есть БКБ. Но спасти Ханскин не получается. Гем выпадает. Он делает байбек. Ханскин, конечно же. Дальше Дизрапшн. Кол. Soul Catcher. Вывести Матумба Мэна. Он поднимает Юл Акса. Акс СФО. А чё ж БКБ сразу не нажал, чтобы вывести Раскинга куда-то под фонтан собственный. Станы летят, есть фиссуры. Матумба Мэн пока живет. И, ну, понимает, что у него еще будет вторая жизнь. Он еще и регенится здорово. Да, Ника Бэйби косу сохранил. Ну, не хотелось просто так в реинкарнацию давать косу, это понятно. Темпларка появится 14 секунд.
20 секунд до воскрешения Вич-Доктора. Двух сторон у команды Alliance нет. Секреты идут в третью. Они хотят сделать просто мега-крипов. Но должна быть здесь драка. Прыгает Такс, неудачно прыгает. Стан какой-то, да ладно. Его просто убивают. Как же неудачно прыгает Эспо. Фантастика, ничего полезного не сделал. И теперь без него Лим появился. Четыре героя Alliance. Защититься против пятерых. И судя по всему уже будут оборонять свою базу от мега-крипов. Что Рейскинга поймать? Прыжок, есть удар с Мелда. Нажимаем БКБ, бьем от Тумбамена. Ну, удар сделать еще один, ну выбить там Вортесом, всякий уже. Тупар. Нет, БКБ уже. Прячет Дизрапшн. Ханскин работает. Зай со спины пытается порта вырезать. БКБ бегушал. Ставится тот самый Дезвард. От него все убегают, конечно же. Тиммерсо плевает на Дезвард. Естественно, Алибарда на Лимпа. БКБ бегает сам под БКБ. У него еще Минотавр Хорн, который он нажал как раз таки только сейчас. Теперь нажимает БКБ. Ну, естественно, он. Ну, кто поднял вью, поднял вью. Лимп, сыр. Да ладно, живет. На развороте удары, минус шейкер. Не хватило урона у Ебзора, чтобы пробить оппонента. Зай, телепорт через Тимберчейн. Темпларк удар с Мелда не успевает. И телепортация была выполнена. Тимбер на базе. Мега крипы. Одни развалины на базе команды Alliance после этого сражения. Секреты уходят отсюда. Я думаю, в приподнятом настроении у них все получилось. Да более чем. Вау. Секрет, возможно, в какой-то степени немного переборщили, когда пошли аж под фонтан. Они не стали сразу бить бараки. То есть ФНГ убили, и можно было сразу развернуться и начать бить строение. Но они не стали этого делать, еще куда-то подавили. Там получилось не очень удачно. Затем потратили побольше просто времени на снос. Там уже успел появиться Templar Assassin. Это еще им повезло, что СФО как-то неудачно сыграл. Да. Сразу же после того, как появился. В двух моментах причем, да. Первый раз, когда он там патрон в БКБ не нажал, его подняли. Второй раз, когда он просто прыгнул, получил какой-то контроль и погиб. Ну что, Лимп идет заканчивать. Я смотрю, он взял левелер. Скорость атаки плюс дополнительный урон по постройкам. Все, Alliance в трон. Шторм Спирит, конечно, быстро справляется с пачками крипов. Матумба, как бы не ошибся сейчас. Никобэби вернулся на базу. Телепорт еще. Никто телепорт избить не может. Матумба, кажется, Лимп ошибается. Тоже вернулся. Матумба, Матумба. Команда нет рядом. Ой, там с косы сейчас можно просто на миллион лет там 600 идти. Секунд. Матумба, мэн, коса, коса, ой. 160. Ну там, правда, минус 2 саппорта. Очень долго будет Матумба Мэн сидеть. Там ну, трон уже горит. Базы? Да, трон отбивать надо. Зай играет со соперником. Лим прыгает, Дарс Мелда неплохо. Ну, ты знаешь, Шива, Кол. Зай, Зай, Зай. Зай умирает. Есть байбек. Нет героев, которые легко сейчас сломают трон. Нет таких героев. Но Матумбу прокликали. Когда он стоял здесь на лоу-граунде, на него... кликнул Ника Бэби, сказал, вот он здесь, надо с ним разбираться обязательно, потому что у него байбека нет, они про это помнили, естественно. Из косы убить Рейскинга, это подарок просто. Это чуть ли не единственная возможность зацепиться за карту сейчас у Alliance. Это был единственный герой без байбека, ключевой герой. Ну как наказать за отсутствие байбека? Непонятно как, времени ой, сфо, уже много прошло, один, уже 60 секунд прошло. Куда? Лимп за ним, БКБ нет. Ну куда же по одному, да. Ребята? Без байбека, Лимп. Лимп с байбеком, Макс тоже с байбеком. Но они просто двух героев сейчас отдали. Ставится Десвард, который прерывается фиссуры. Обычный Пупей поднимает Юл, не дает им возможности улететь. Ну, Пупей отдаст здесь за два байбека от двух кор героев. Пупей счастлив так разменяться. Как же Секрет шикарно опять все делают в моменты, когда тяжелая ситуация наступает. Неприятная ситуация, ладно, не тяжелая, потому что без Рейскинга они могли сейчас наткнуться на драку 4 в 5, но они так шикарно тянут время до его появления. Они убивают, они выбивают байбеки соперника вчетвером. А уже прошло 100 секунд. Через минуту будет ВК. И у него байбек будет через полторы минуты. Шторм Ника Бэби, есть Вортекс, но играется Ниш, конечно, не позволил Пупею погибнуть. Тотем! Сюда, по второму! Успевает Ника Бэби вылечиться сыром. Лимб здесь, под Солкетчером Ебзор, конечно, разберут. Все еще нет Рейскинга, там уже пару драк прошло, Рейскинг все еще отдыхает. Но это не важно, действительно, секреты просто не выпускают Alliance из базы. Alliance теряет последние ресурсы. Постоянно неполным составом, кто-то умирает. Ну, тут какой-то должен быть раш базы Секрет, наверное. Где-то вот сразиться с секретами на их территории, попробовать.
Там, естественно, будут байбеки, естественно, это будет тяжело команде Lions. Ну, какие еще варианты? Ну, Трапьеру хочет купить Лимб. Неплохая опция, безусловно, но он по-прежнему останется таким же уязвимым. То есть тогда у Secret просто будет цель номер один именно Templar Assassin. Хотя и сейчас это цель номер один. БКБ там уже 5 секунд. Темпларка не проблема. Шейкер в момент, когда у соперника БКБ по 5 секунд, так много контроля дает в файте. В общем, не только ультимейтом, любыми способностями. Вортекс. Какой же продолжительный Вортекс, Ниша. Ставим его с реликом. Это же нечестно. Минус Вич Доктор. НКВ нажимает. БКБ пытается Пупея взять. Какой же толстый Пупея. Еще улхил. Не сможет пробить Лимб за БКБ. Получает Хекс. А вот теперь уже разворачивается Пупея. Понят он, что на кого нападал вообще Алибарды. И просто срезают Лимба. Good game, well played. 1-0, друзья, в пользу коллектива Secret. Они эту карту взяли. Красивая игра. Сочно от двух команд. Очень круто. И Alliance хорошо держались. И коллектив Secret. Браво, браво, браво. Это шикарно. Шикарно сыграли те и другие. Lions молодцы, что сумели вернуться в игру после провала, когда потеряли верхнюю линию. Да и Secret молодцы, что грамотно очень по макро действовали. Просто классная игра двух классных команд. Практически равная игра. Немного где-то Secret оказались сильнее. Ну и Lions убились достойно. Явно не по тем коэффициентам, которые нам давали на старте. Абсолютно. Ну, мы то же самое сегодня говорили про первый матч, да, у JNIP, когда играли. Да, да. Сейчас тоже говорим, что, в принципе, не по делу коэффициента, но, с другой стороны, все-таки в сухом остатке мы видим счет 1-0, там, и OG выиграли все же 2-1, но выиграли. И Secret, возможно, тоже выиграют, но кто будет даваться в эти подробности, когда увидит, например, счет 2-0? А только те, кто смотрели трансляцию, мы будем знать о том, что борьба здесь была. Действительно, Lions где-то на старте могли чуть сильнее сыграть, может быть, вот, пофиксить несколько неприятных мувов от СВО, от Ханскина, где-то Disruption, где-то выходы от СВО были не самые удачные. Да и в целом у СВО, можно сказать, что игра не сложилась, да, у него 1.79, КДА для такой игры, наверное, слабый. Как считаешь? СВО не хватило в этой карте. Пожалуй. Да я бы не сказал, что Изай там прям много сделал полезного. Он не выделялся, так скажем. В отличие от Ебзора. Ебзор там после появления блинка врывался миллиард просто раз. Постоянно это было очень эффективно, постоянно это влияло на исход файтов. Вот как-то саппорты даже были поярче суммарно, чем оффлейнеры вообще в этой карте. Да. Чем стоит с другой стороны. Да, это было важно подметить. Друзья, перед тем, как уйдем на перерыв, вторая карта скоро наступит. У нас уже с пиками мы, конечно же, ворвемся. Но пока хочется вам напомнить о том, что наш партнер Parimatch предлагает вам бонус. Плюс 100% к первому депозиту. Используйте баннер, который доступен под нашей трансляцией, если вам это интересно. Немножко рекламы, немножко музыки, друзья. И драфт второй карты. Супер интересная встреча. Никуда не уходите. Продолжим ее осматривать.